В канун Дня России в Рязани состоялось чествование знаменитого князя Олега Ивановича Рязанского. У памятника великому историческому деятелю Средневековья на площади Соборной собрались представители областной и городской властей. К подножию монумента они возложили цветы в знак памяти о собирателе окраинных русских земель, который стал символом мудрого и независимого правителя. Далее чиновники отправились в Рязанский Кремль. Здесь, во дворце Олега, губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил медали и почетные награды жителям региона, чей многолетний труд, по словам губернатора, направлен на процветание родного края. День России – особенный праздник, знаковый праздник, праздник, когда мы прикасаемся к истории нашего государства, ко всем тем перипетиям, которые испытало государство на своем жизненном пути. В ответном слове председатель САСовского совета ветеранов Евгений Силкин поблагодарил главу региона и заявил, что и дальше собирается трудиться для улучшения Рязанского региона. Пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить вас за ту помощь и поддержку в строительстве Ледового дворца и бассейна в городе Сасово. Спасибо большое. Также в День России рязанские школьники из рук губернатора Олега Ковалева получили паспорта гражданина Российской Федерации. Вы получаете не только широкие права, но и серьезные обязанности гражданина России, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Вы активные, талантливые, умные и спортивные ребята, победители конкурсов, отличники учебы. Надеюсь, что вы вырастете достойными гордости своих родителей. И сами будете ценить и гордиться своей родиной, великой Россией. Губернатор пожелал ребятам следовать высоким идеалам патриотизма, а также в дальнейшей жизни трудиться на благо родного края и своего отечества.